такое изображение сегодня. Сегодня. Что-то странно. Что, наверное, сейчас я протру этот глаз. Что-то такое, не понимаю. Что происходит? Это засвеченное. Все засвеченное. Так, попыталась выйти онлайн. Вопросы по людям. По тем, которым я уже отвечала, я не буду отвечать, потому что еще раз объясняю. Ответы на вопросы правильные первый раз, когда первый раз гадаешь. Если эти населенные пункты уже были, я просто не вижу смысла повторяться, потому что ну, это уже будет второй, третий раз. Они будут неверные. Да, только отвечаю только по личностям. Вот. Нужно ли мне уезжать из Украины? Вы хотя бы свое имя на какое-то настоящее скажите, потому что Forest Soul, потому что ну, по нику нежелательно гадать, хотя бы имя. Фастов. Фастов, смотрите, я отвечаю коротко, потому что людей всегда набегает много, мои возможности ограничены, у нас тоже тут бахкают и спать нам не дают и все такое. Так, благодарю вас, да, дуже рады. По Фастову. Давайте Фастов. Что у нас Фастов в ближайшие дни? Ну, ближайшие. Ну, тут пока какая-то разрушение вообще-то. Ну, давайте так. Неделя. Вообще ничего-то нехорошая карта. По сути, это не означает жертв или разрушений, или вот серьезных, но по вот этой колеснице императору, это как кто-то мимо вас идет или входит. Тут бомбежки я не вижу, но вот эти вот колесницы, это кто-то уже в течение недели приближается, можно так сказать. Пока тут ничего ужасного не вижу, просто я написала, что ближайшие дни, можно гадать на ближайшие сутки, неделю, там, месяц, три. Но я столько людей, один вопрос буквально отвечаю. Или вы мне говорите ближайшие ли дни, или вы говорите мне месяц, или за весь период, что какие там. Я не могу, у меня просто много людей. Так, классно. Так, как вас... Уезжать, понимаете, еще раз, я по нику не гадаю. То есть хотя бы имя называйте. Потому что, ну, это радиоволна, понимаете, как вот по нику гадать, знаете, это как. Так. Вита с детьми уезжать из Бердичева в Турцию. Давайте так, если хорошая карта стоит, если нехорошая карта не стоит. Какого рода это будет? Препятствия в дороге. Тут просто и либо не доедут, либо это будет такая тяжелая поездка, которую либо они вообще не смогут преодолеть. Может быть, если им захочется, через 6 недель, но сейчас дорога закрыта. Это будет такое тяжелое, что... Так, плохая карта. Нужно ли мне Олесе уезжать из Украины? Давайте так. Нужно ли Олесе? Давайте. Позитивная карта нужна. Суд, да. Где вы, в каком населенном пункте? Суд – это правильное. Уезжай, если мы гадаем на уезжать, то суд – это правильное. У вас еще есть время, кстати. Тут
суд – это несрочная карта. Скажите, безопасно ли моей семье находиться в Днепре? Неделя. Ну, тут перебои с питанием, с водой. Безопасность. Тут безопасно. Еще и карта говорит о том, что если вы куда-то захотите поехать, у вас вы или вернетесь, или вас вернут, или еще что-то. Неделю безопасно. Безопасно ли семейных... Ага, я ответила. Елена, выезжать ли из Украины? Давайте так. Я смотрю на разочарование. Вы можете уехать. У вас есть время, причем. Ну, то есть не обязательно завтра бежать. Но карта говорит, что вы будете недовольны. Разочарование. То есть это будет и тяжелое. То есть три пустых кубка, четвертый ничего. Полный он ничего не решает. Все. Как-то так. Скоро ли закончится война? Так, я еще говорю, что это тема для отдельного расклада, понимаете? Это не может быть простой ответа. Какая война? Я вам рассказывала уже, что это все равно, что... А как сделать, удалить аппендикс? В одной карте про это не расскажешь. Какая-то фаза закончится раньше, потом пойдут Крым-Донецк. Это может занять какой-то другой период. То есть тут я не могу взять вот так вот, до такой степени упростить все. И у меня было уже видео, я там конкретно рассказывала, что ждет Украину, и там рассказывала по пунктам, по неделям, по месяцам, когда, какая фаза, что, куда, посмотрите, пожалуйста. Так, что будет во Львове? Стоит уже не в Польшу. Ну, если в целом, то если вы спрашиваете без даты вообще, что ждет Львов? Мелкие разрушения, гадости, что-то какие-то попадания, возможно, небольшие человеческие жертвы по вестнику. Стоит ли вам лично уезжать? Вот. Пёрка жезлов. Ну, как сказать, будет какое-то время страшно, но не больно. То есть пятерка жезлов, это типа вы... У вас есть 5 дней. Вот 5 дней еще можно как-то выехать. Ну, честно говоря, пятерка хреновая карта. Будет много проблем, препятствий возникнет. Очень сложно ехать. И по итогу пшик. Пятерка жезлов — это борьба за жизнь, выживание кое-как. Борьбу и такого ужаса. Так. Я бы сказала нет. По пятерке жезлов, ну... Пустую тратите свои силы. Так, что будет во Львове? Да, Людмила, стоит ли уже Житомир с ребенкой? Так. Что за карта такая? Тут одно, сейчас я дополнительно. Тут либо уже так, там такое развернулось, что вам просто опасно попасть где-то там под обстрелы сейчас. Будет безопасная дорога. Ой, нет, что-то уже нет. Нет. Вам надо какое-то другое время выбрать. Или очень просто так не удастся, потому что вам опасности на дорогу падают. И вам надо искать какой-то момент, если вы сильно так хотите. Вот я могу даже выбрать, если вы останетесь, допустим. Если останетесь, еще скажу так, попроще карта. Да, много чего выясните, всплывет на поверхность, но по сути те карты еще хуже. Да, столкнетесь с непредвиденными какими-то вопросами. Дорога вам, у вас просто опасная дорога в ближайшие 2-3 недели. Так. Вам лично лучше остаться. Так, Черкассы, Ирина, что? Черкассы, по-моему, я отвечала, но сейчас, честно говоря, точно не помню, потому что Черкассы. В целом, если сказать, опять-таки,
Небольшие жертвы, небольшие обстрелы. Что-то серьезного такого, как не дай силы в Мариуполе, нет. Так. Нужно ли уезжать вам из Каменского, потому что... Так, вам лично. Одним... Ну... Это да, карта, да. Едьте. Вам так будет лучше. Если вы останетесь, да, вам все равно вот что-то дорога падает. Вам как бы везет больше в дороге, чем остаться в Каменском. Потому что понимаете как? Вот упал один снаряд, один человек помер. И все. Остальным все нормально. И один человек может оказаться, как говорится, не дай силы. Вот. Поэтому один человек нормально выживет, и ничего у него не рухнет, и живой он останется, а другому надо вот выезжать, и все. Так. Вам надо. Вам лучше. Кумака. Ой. Сейчас. Так. Демидовка Ровненская. Давайте, вот вы остались в Демидовке. Что вас ждет? Так ничего особенного. Ну, могут быть какие-то перебои, вот что-то дороги, что-то не доедет. В принципе, я ничего такого не вижу. Что-то обрубилось, может быть. Какое-то снабжение, вот это все. Лично для вас опасность. Ну, вот недостаток еды, питья, все. Что-то даже тут чудиков не вижу, которые тут думают, что они триумфально пройдут. Да, благодарю вас, Анастасия. Вы моя батарейка. Луцк в ближайшее время. Ничего. Ну, я в ближайшее время 3-7 дней. Что там уже? По-моему, уже меня спрашивали. А, тут по Хмельницкому. Ничего, удерживают как-то так. Защита, кстати, это может быть усиление войск какой-то. Пока тихо. Так, ближайшее. Татьяна Витальевна, все будет хорошо. Татьяна Витальевна. Так, да, отдельно Татьяна, Виталий. А у вас там кто-то болеет, причем какая-то больше на Татьяну показывает, что-то болезнь какая-то, боль. Сердечная боль, острая боль, какая-то хроника обострится. Как сказать, тут испуг, страх вот какой-то, вот результат такого. Сердечный какой-то приступ, так как бы опасность боевых действий. Ой, опасно, не знаю. Им надо дополнительно или сменить место, или прятаться как-то аккуратнее. Что-то там не то. Не, ну они живы, но там возможны издержки по здоровью. Обижает, стоит ли с ним ехать. Какой он и был, такой он и останется. Вообще-то карта перевернутая говорит, что нет, особенно в ближайшее время. Нет. Типа оставайтесь там, где вы есть, или ситуация остается неизменной. Колесо фортуны на остановке. Нет. Ничего страшного, как бы, но это нет. Давайте по Юле. Не страшно, а давайте так. Есть ли опасность? И мы посмотрим. Если плохая карта, то значит есть какая-то опасность. Ну, у вас больше такая, знаете, грусть, печаль. Это не опасность, это скорее опасность спать в безнадёжу, какое-то отчаяние. Вы очень чувствительный человек. Вы настроили себе каких-то планов.
и вы очень к любому негативу, вот у вас все прямо все падает, как говорится. Тут это не опасность, это скорее депрессия, что-то. Прям безнадега такая. Именно опасность от прямых действий. Понимаете, это больше испуг, это больше кто-то что-то вы увидите, что-то вы вот. Ну, вас оно не касается, но вы будете очень расстроены, очень перепуганы. Ну, это не такая, что там что-то на вас упало. Или вот так вот. Так. Каменского, Юрий. Вам, Юрий, стоит ли вам уезжать? Будем говорить так, про поездку. Если поездка позитивно выпадает, значит да. Очень сложная будет поездка, беспорядок. Давайте так, еще раз, остаться. Да вы можете остаться, по сути. У вас на поездку, вы можете ехать в поездку, но учтите, что все будет меняться, маршруты, все будет идти не по плану, хаос, беспорядок. Ну, вам и там нормально. Я бы даже сказала, что эта карта лучше. Так, сами в опасности. Ну, я сказала, что это мой дом, куда я поеду, чего я поеду, я вообще не поняла. Что я там должна в каких-то чужих странах? Кто эти все люди, кто я им, что мне там делать? Я вообще. Не, ну я делаю себе всегда найду, но у меня всегда со мной. Ну, я уже жила там, в Великобритании, спасибо. Мне там не понравилось. Так, что там, мне не понравилось Великобритания, мне не понравился Лондон, мне не понравился Манчестер. Какие-то тупые, напыщенные, абсолютно далекие от жизни, какие-то безжизненные люди. Мне они не интересны, и вообще, тут мой дом. Так, разделение в этом году. Вы имеете в виду оккупацию или будет ли... Ну, что-то типа ДНР. Грозит ли опасность, раскол какой-то, неважно. Нет, это не раскол. Это скорее руйнование, то есть разрушение, отсутствие снабжения, питания, то есть гуманитарный кризис. Это не указывает на раскол. Может перессориться там области между собой, но я не вижу захвата власти. Кто-то там, что-то там сейчас ХНР, какой-то старый пердун Кадыров, который там изображает себя страшного вояку какого-то, больше такой сказочный персонаж уже, отец которого воевал против за независимость Чечни и своего сына учил отрезать головы русским, а потом его купил Путин. И вот этот вот человек, который уже там пузатый, я не знаю, там каких-то брендовых ботинках от Валентина, или в чем он там на парад ходит. Смешно, да? Он приехал под Киев угрожать кому-то. Это смешно, честно. Так, отвлеклись. Нет. Они же говорю, что это смешно. Я отвечаю только по личным, потому что Запорожская область, я уже говорила, там, как, что значит область. Конкретно по вам. Один, я же говорю, что одного человека это может оставить в стороне, он дождется, или там у всеобщей эвакуации сядет и доедет. А другому нельзя. Понимаете? Стоит ли вам уезжать, Марина? Стоит ли вам уезжать? Вам лично. У вас есть время. Вы можете уехать. Причем времени у вас предостаточно. Стоит, ну, как бы соберитесь спокойно и уедете. Или дождитесь какого-то случая. Прямо сейчас нет. Бежать куда-то. Ищите способы безопасные, планируйте. Потому что, да, у вас есть время. Лучше уехать, да. Ну, вам лично, но не сейчас. Ваши племенницы. Я гадаю по имени. Ваша племенница для меня это, ну, я не могу навести на нее свой этот
радиопередачи, кто ваша племянница, понимаете, я так не гадаю. Имя, либо ваше, не гадаю я по нику, не гадаю по номеру телефона, не гадаю моя племянница, мой муж, моя мама, я не могу так гадать. Так, я считаю, что это не информативно просто для вас будет. Так. Может ли мой брат опять? Ваш брат. Я не гадаю по нику, я не погадаю мой брат. Это кто? Это будет неверная карта. Смысла не вижу. Так. Стоит ли Катерине выезжать с детьми в Турцию из Полтавы? Ну, давайте так. Позитивная карта, значит, стоит. Не позитивная. Вы знаете, удивительно, но да. Опять же, тут дело случая. И вообще-то как бы не ждите. Вот тут, кстати, карта, что надо... Какой-то подвернется вам удачный случай. И вам Турция, вот именно Турция, именно вам хорошо. Лучше ехать. С детьми там вам, да. Вот по вопросу. Так. Стоит ли Катерине, так, сказала про Турцию. Бади, это кто? Это имя? Я не понимаю. Пишите, пожалуйста, понятно, потому что... Бровары, когда можно будет возвратиться, Света, да, вам? Давайте. Бровары. Что указывает? Ну, это карта прояснения через месяц, но, как мне показывает опыт... Это не одна луна, а больше. Луна 28 дней, 29. Это значит, ну, 2-3 месяца уже вернетесь. Точно. Ну, 3 это максимум, луна показывает. Так. Не меньше месяца. Стоит ли Ирине выводить детей за границу, Луцк? По этой карте вы там долго не задержитесь. В принципе, карта безопасная, можете ехать. Особенных там проблем не будет. Но опять же, вот карта говорит, что лучше запланируйте, потому что может... у вас еще есть время по звезде, смотрите. Дней 5 точно оно есть. И, ну, наверное, для детей лучше. Тут еще такой момент, чтобы вы не сорвались по глупости, не начали ехать, куда попало, как попало. У вас есть 5 дней, продумайте. Вам стоит, да. Ищите удобный случай. Не едьте, как попало. У вас есть 5 дней, вам не надо завтра бежать. Так. Канев. Что ждет Канев, если в целом? Помните, что задавайте какой-то вопрос, который подразумевает одну карту. В целом, если взять Канев, песню, что-то ничего. И, да, что-то типа такое. Ну, возможен какой-то, ничего не вижу, что-то по Каневу. Типа что-то идет мимо или что-то идет на вас, но тут выход. Тут больше как бы может быть гуманитарное, что-то не довезли, не подвезли. Может быть, разрушили какое-то хозяйственное, там, не знаю, водоканал какой-нибудь. Ну, по минимуму. Что-то такое хозяйственное. Потому что карты типа спокойные. Так, моя дочь Маргарита. Польша, долго она там будет. И как у нее все сложится. Маргарита. Маргарита. Так, что-то 10 дней что-то прояснится. Сможет ли она вернуться? Знаете, она вернется. Карта говорит, что ну, либо ее тянет домой, либо вот ей эта дорога как-то так не понравилась. И тут, ну, скажем, это 6 недель. Карта обычно обозначает, может от 6 до 12. Что-то у меня карта возврата. Что-то не то. Возврат. У меня тут все это новое начинание, либо она будет из одной страны в другую переезжать, потому что там что-то не то. И вообще, как бы, как желание вернуться, и вроде оно осуществится, но так.
Там через 10 дней вот ей будет легче, но ей будет тянуть назад, и она поедет назад. Так, Бадди, бежать из страны. Парню. Что-то круче. Уже пошли одни и те же карты. Сейчас я сменю колоду. Сменю колоду. Бежать. О, черт. Что-то ему... Там луна не очень... Ему сейчас лучше не двигаться. Ну, какое-то время, хотя бы дней 10. Что-то вот совсем плохо, опасность какая-то. Решить какой-то надо вопрос. Или документы, или бытовой. Ну, дней 10 лучше не дергаться. Выезжать, да, в бытовом смысле лучше, но неделю что-то не идет это дело, очень опасное. Так, сможет, у меня глаза раз... Так, дочь из Германии, опять, дочь из Германии, я да, еще раз говорю, по именам, не по, по никам, по номерам, по вашим каким-то... Не года, я не знаю, что. Я не могу, это будет не гадание, а чушь. Еще раз, все. Каменская, я отвечала, все, я не отвечаю. Так, уехали внук Максим и Карина. Как сложится в поездке? Если бы я вас лично знала хорошо, я бы видела ваше лицо, я бы, может, там и смогла бы это ответить. А так, какой-то ник, мой сын, то есть куда? Куда мне метиться? Это не гадание, это чушь. Как сложится у них поездка? Там ребенок, да, и что там? Ребенок, какие-то задержки, в смысле, вот, у... знаете, они как повернули где-то там. Тут как, какая-то при выборе дороги будет. Вот они примут какое-то правильное решение. В принципе, ничего страшного. Как бы ребенку что-то, ребенок или болеет, или, в общем, за ним следить надо. В общем, ребенок, наверное, как-то капризничает. Ну, такое. Вестник. Доберутся, все нормально. Ну, будет смена маршрута какая-то. Так, Денис вернется ли домой? Так. Денис, вся война. Да, вернется. А, ну, возможно, какие-то потери там по здоровью не сильные. Да. Еще какой-то, что-то, какой-то момент с выплатами, не знаю. Да, да, вернется. Винницкая область. Собираюсь с дочкой в Ирландию. А, стоит ли ехать? Ну давайте так. Что вас ждет, потому что я не знаю, что для вас стоит. Если бы я делала развернутый расклад, присидеть какое-то время, остаться там, вот, ну давайте, что вот в Ирландию. О, кстати, вам хорошо. Вот вам лично едьте в Ирландию, аж бегом. Вам там просто везуха, вы будете довольны, вам да. Так, что приехать тут, Валентина. Учитывая так, вам в Турцию. Проблемы с дорогой, тяжелая дорога. Остаться, не вам надо лучше ехать, потому что на остаться такой ужас, какой-то страх. Хотя у вас будет проблема с дорогой, вам лучше ехать. Изюм. Давайте так. Ну, я не, понимаете, что такое когда? Когда это Таро очень плохо отвечает на эти вопросы, то есть ему надо задавать. Неделя, две, три, и так вот перебирать сроки. То есть, ну что в ближайшее время, давайте месяц, давайте так. Потому что, вернется в какое-то прежнее состояние, вот месяц. Еще это карта 8 кубков, да, то есть вот где-то так, как было примерно, да, как бы... месяц, давайте так, ну вернется, ну не раньше,
что там тихо будет. Вот что-то у меня все время месяц, когда уже все более-менее везде там успокоится. Хотя не везде, может где-то наоборот нахлынуть через месяц. Так. Потому что дальше, что дальше? Два дня, три, неделя. То есть конкретный срок. Что дальше? Может, 5 лет, понимаете? То есть это тогда большой полный расклад. У меня короткие ответы. Я хочу можно больше людей все-таки охватить, чтобы каждому какой-то ответ дать. И не возвращаться с сыном на Ломбоскос домой. Инна, вот Инна вернулась. Да, допустим, что? Что-то какое-то... Ну как ей, что тут стоит? В принципе, карта безопасности, да, и вот, какой-то ребенок, да? Ну, затишье, безработица и вот такая вот карта какая-то, ограничений. Такой какой-то угрозы я не вижу. Может возвращаться, но имейте в виду, что вот. Хуже не будет. Понимаете, стоит. Я не знаю, для чего стоит. Понимаете, я говорю сейчас о безопасности, потому что у меня гадание про войну. Да? Потому что если показывает, что у вас там солнце, там и вам и все, и безопасно, и сладко, и мягко, тогда да. В данном случае так. Если вы там останетесь, ну, много-много на себя очень надо брать. Там. Карта такая, что... Не раньше, чем через 9 месяцев там что-то устаканится, потому что весь сентябрь. Вот. Может возвращаться и ее тут безопасность будет. Так, строить уже Запорожье, Винницкая область. Анна. Стоит ли Анне уезжать? Куда вы хотите уезжать? В Винницу. Что такое у нас Винница? Давайте так. Будет ли безопасная дорога? Ой, дорога какая-то проблематичная. Давайте так. Что будет, если вы останетесь? Трудно. Может, вам не в Винницу ехать? Потому что тут как бы и дома засада, и дорога тяжелая, и Винница что-то вам. Может, какое-то другое место? Потому что... Вы приезжаете в Винницу, и там черная карта. Куда-то в другое место. Что же вам такое падает? Где вы сейчас? В Запорожье. Что-то вам так не везет в дороге, понимаете? Что-то или лучше не Винниц. Какой-то другой дорогой выберите какой-то, потому что вам страшная такая карта на дорогу. Выезжайте, но в другом направлении или каким-то кругом. Так, Владимир ехать в Краков на лечение. Так. Вот он поехал, Владимир, в Краков. И что его там ждет? Как сказать, нужно ли, для чего нужно. Немножко разочарование его ждет. Ну, давайте все-таки карта совет, все-таки ехать, потому что тут карта, как говорится, что у него нет выхода. Хотя ждет разочарование. Что будет по итогу онкологии? Знаете, оно лечится. Будут лечить, но что-то типа такое немножко будет разочарован, может быть, или чем-то так. Огорчен, это лечится. Есть онкология, которая лечится. Так, так, так. Ну и человек разный, и онкология разная. Да, стоит. Жена сейчас в Изюме. Так, что с вашей? Опять жена. Я без имени не гадаю, это не имеет смысла. Дочку хочу ехать, понимаете, там... Кто-то, моя жена, если я не знаю вас как человека, не видела никогда вашу жену, или хотя бы фото, это пустое гадание, пусто будет, ни о чем. Хотим ехать в Ирландию, Милана. Ну, вопрос задавайте. Вы хотите
Едьте, что у вас там же, я могу только домой, понимаете, это вопрос, это не вопрос. Да. Что вот, вот там у вас будет? Ну, кстати, вы, вам можно ехать, хорошая карта, кто там в Ирландию. Кстати, вы будете довольны. Так, через сколько вы можете вернуться домой? Так, у меня 40 минут, я уже на исходе, потому что столько людей, и... 40 минут. И уже дальше мои гадания просто они будут не отвечать действительности. Чтобы вы понимали. Я не гадаю на ник, номер телефона, аббревиатуры, моя жена неизвестным человек, людям, моя сестра. Это я не могу вам дать достоверный ответ. И спустя 45 минут тоже. Учитывая интенсивность. Так, проникнуться. Так, вернуться домой. Ну, посмотрим. Вам что так долго? Долго-долго. Но это не раньше, чем октябрь или 10 месяцев. Почему-то так. Что, откуда вы там? С какого места? Нет, я не отвечаю про успех. У меня сегодня только те, кто беспокоится о своей безопасности во время войны и не имеют связи с родственником. Или хочет принять решение, выезжать или не выезжать. Все. Имя жены Татьяна. Так, хорошо, наконец-то. Татьяна, что Татьяна? Ну, Татьяна жива-здорова. Что-то или она появится на связи, карта возврата. Может, 2-3 дня. Что-то выйдет на... У нее не все хорошо в плане тут бытовых условий. Что-то. Чего-то там еда, вода, может, лекарства, может, на чем-то. Ну, она появится. Безумие. Ну, как она? Она... Чего-то ей не хватает, но как бы она в безопасности пока. Пятерка кубков не говорит о том, что у нее там с ней что-то страшное случится, или там уже пока ничего такого. Так, о, наш Казахстан. Связи почти 2 недели. Она выйдет на связь. Она выйдет на связь пятерки кубков, либо она не может связи, что-то со связью, может, телефон потерял. Пятерки кубков, она появится. Да. В общем, буду выходить, пока могу. Сейчас я уже перешиваю, я говорю, что по городам я почти не отвечаю, только на те, которые я не отвечала. Потому что я сейчас только на самые больные вопросы отвечаю по близким родственникам. Ваша жена Татьяна, может быть, по пятерке кубков привернута, но может она заболела чем-то, что-то она там пьет, как бы. Но она появится. Вот. Ай, синяя. Уже все, последний вопрос. Больше я не сходи. Не... Ну, можете, от вас какой-то опасности там не ждет. Вот проблема денежное, питание, довольствие. Тут что-то совсем плохо. Вот с этим. Если у вас есть где-то родственники, которые могут вас там... Ну, то есть... Сосредоточьтесь на моем материальном вопросе. Обеспечение, запасы, все. Тут вам какого-то большой опасности не, лично вам не грозит. Так, пятерка кубков – это возврат. Она появится. Может, это лечение, принятие какой-то чашами какой-то. Или там, может, ее лечат, ну... Телефон потеряла, разбила, отключился. Так. Нет, все, я уже, понимаете, я не аппарат для штанга. Это требует моих усилий, моей энергии. Я 3 смены не могу стоять подряд. Мои гадания просто потом не имеют смысла для вас. Вы поймите одно. Я могу вытянуть карту, но это я уже чувствую, что это будет фигня какая-то. Вам нет просто смысла. Я постараюсь выходить 20:00, там уже 5 минут, потому что позже, в общем,
постараюсь, ищите меня тут, не вышло, значит, следующий день, ну, вот так вот. Если кто-то хочет о чем-то спросить в онлайне, у меня есть 40 минут, все, но больше я не потяну. Все, тогда до свидания, кому надо, передайте, пусть выходят, спрашивают, так сказать. И как волонтер, все, что могу, вот этому, то, что я могу, вернее. Да, ваша Татьяна выйдет на связь. Не совсем здорово, может быть, что-то там у нее. Вот, но выйдет. Все, до свидания. Выходите. У меня 40 минут, еще раз объясняю. Дальше мои предсказания уже не имеют смысла, поскольку я прохожу очень большой кусок информации, пласт, очень много людей. И естественно, что я не штампую абы шо. Я борюсь за качество, а лишь бы что кидать, это какие-то ответы, знаете, лишь бы что, это не у меня на канале. Вы можете зайти, там куча теток на ТикТоке, вот они сидят, лишь бы что говорят, и, в принципе, можете к ним обратиться. У меня предсказания, вот я знаю, сколько они качественные, все. 40 минут, они качественные. Потом это уже все фигня будет для вас. В первую очередь, я могу вам выкинуть какую-то фигню. Я таким фигней не занимаюсь, лишь бы чем. Вот. Поэтому, кто успел, молодец. Заходите, все равно заходите. Получавка, получится, чуть позже, еще какие-то. Только личные вопросы или ваш населенный пункт, стоит ли выезжать, не выезжать, опасно, не опасно. Вот все, что там. Про любовь я сейчас пока не отвечаю. Нет, я никогда не... У меня про любовь это... Это все в личку, пожалуйста. Все, до свидания.